Всем привет, ребята. Убегай. Всем привет, ребята. Мы уже проснулись. Сейчас собираемся. Андрей сходил сейчас на дело, забрал результаты того, что мы сдавали. Сдал нам его кровь. Нам нужно сегодня к педиатру. И эти результаты ей нужно принести. Поэтому сейчас собираемся, обедаем. Сейчас у нас 12:40, нам нужно выйти в 2 с чем-то, чтобы вовремя прийти. Потому что я на 3 выбрала время. И значит, нам нужно где-то в 2. Ну, в 2 выйти для того, чтобы спокойно туда дойти. Лучше мы там потусим где-то, нежели мы придем впритык в суматохе. Так что вот такие вот у нас планы. Я сейчас выровняю волосы. Тебе сколько картофель, как хочешь? Да. Ну да, нормально. Так что вот такие вот дела. Данчик сейчас там спит в своем креселке. Нет, так себе. Это так себе. Что ж он сейчас спит? Чего? Ну, потому что он же не будет спать потом, когда мы выйдем. Чего уснёт? Заляляется. В общем. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь. Постой, ты это уже сказала по-любому. По-любому так не будет, да? Да. Ясно. Ну. Это я себя так треснула по голове. Мы не теряем надежды на то, что он будет спать. Тебе сколько места? Сколько места? Ну что, мы вышли, сейчас идем к нашему педиатру. Маска капец какая неудобная, но очень хорошо прилегает, да? Не знаю, мне удобно. Я, может, разносил. Мне поначалу тоже было неудобно. У тебя лицо побольше. У тебя сейчас она хорошо сидит. Но сейчас я ее натянула, она нормально вроде сидит. Уже не мешает. Вот здесь у меня вообще. А у тебя полностью лежит перед собой, у тебя лицо большое. Потому что у меня это... А если я затягиваю? То тебе неудобно. Я знаю, мне тоже было. Короче, нормально. В общем... Мы идем к педиатру. Дана уложили. Сначала кросс пробежали с ним на руках. По очереди сначала я, потом Андрей, потому что у меня уже руки отпадали. Да? А потом коляска перешел и нормально. Фух. Я не знаю, слышно нас? Ну, думаю, да, да? Да, конечно. А ты видишь, когда берешь камеру, ты всегда снимаешь без маски. У него просто без меня без маски хочешь? Нет, маски. Ну вот если мне там жарко, допустим, то если никого нет, то я могу снять маску. Ах ты, паразит. Да, идет дед. Он в маске. И ты в маске, у тебя ребенок. Защищайся. Короче, вот такие вот у нас дела. Ну сегодня, как всегда, когда мы идем к какому-то врачу, нам нужно обмотать кросс. А обязательно жара, да? Первый раз, когда мы шли в амбулаторию, помнишь, тоже жарко было? Потом, когда мы шли к невропатологу, уже рюка была сумасшедшая. Ну так что поделаешь? Да. Не, просто смешно, что именно в эти дни... Господи, так и скажешь, что карантин, потому что столько людей... Вон в парке целая куча людей там. Просто сумасшедшая куча. Где? Вон в парке все гуляют, ходят, на скамеечку сидят. Ну, как обычно. Ты ничего не видишь, как тут все дома сидят. Короче, жарко. Ребят, сори, что мы, конечно, не включались. Мы снимали один раз сегодня, поприветствовали вас, рассказали, что идем к педиатру, и все, и выключили камеру. В общем, мы сходили к педиатру, у нас все прекрасно, все хорошо. Мы уже весим 5200. Рост наш 58 сантиметров, так что мы уже совсем большие. Педиатр очень
удивилась, спросила, это мы на груди так хорошо? Или я докармливаю чем-то? Говорю, нет, мы так на груди хорошо. Она говорит, супер, это прекрасно. А в общем, что еще? В принципе, больше ничего такого не сказала. Там 3 месяца мы еще к ней пойдем. А так все у нас отлично, так что супер. Мы приехали потом домой, и к нам приехал, ну, позвонил, спросил, как вообще у нас дела, что мы делаем. Илюша, и приехал он с Даничем и с Димой тоже, это наши знакомые. Так что они у нас чуть-чуть посидели, попили чай, кофе, поели тортик и уехали. А мы после этого тем временем отправили смыться с Даном. Это просто, в принципе, все, что мы делали, что мы полдня собирались к педиатру, потом выбежали, потом там, короче, вернулись только к 5 часам домой, потому что после педиатра мы еще гуляли так, когда он уснул. И что еще мы делали? В принципе, больше ничего мы не делали. Дома мы с Даном были, с Кирой здесь сидели на кухне, тоже пили чай с ней, общались. И потом вот приехали к нам друзья, мы с ними пили чай, а потом мы мыли Дана. Вон я его укладывала, он проснулся, потому что мы его рано уложили. Бывает так, что он не хочет так рано ложиться и просыпается, а потом с нами еще немножко активничает. Я сейчас нам готовлю ужин. В принципе, это вот такие вот все новости на сегодняшний день. Планирую сейчас накрасить ногти. Этим, кстати, я сейчас буду заниматься. Но сейчас я нам готовлю ужин очень вкусный. Я готовлю фасоль стручковую с горошком. И будем кушать это все с булгурчиком. Я буду все это кушать с сосисками, а Андрюша будет кушать это все с этим. Как это называется? С шашлыком. Потому что у нас кушать нечего. Нужно, мы размораживаем сейчас курочку. Ну как, она есть что, но мы просто уже сегодня кушали шашлык и картошку, поэтому не захотели. Поэтому сейчас вот я нам такой ужин импровизирую, готовлю. Так, надо успеть все приправить сейчас, ребята, потому что не успею. Будет сложно потом. Тут перца нет. Вот так. С этими приправками. Моими любимыми. Так, 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 так. И, господи, что еще? Соль. В принципе, это и все. Я так и рассказала вам все. Больше ничего такого не было. Планирую сейчас, мы когда поужинаем, Андрюша будет с Даном, и я буду красить ногти, да? Да, может и снят. Может, короче, скорее всего, я уже сегодня красить ногти не буду. Так что. По поводу тренировок я сейчас не занимаюсь, потому что несколько дней была очень уставшая, так как Дан немножко капризный был у нас, поэтому я перестала заниматься для того, чтобы больше отдыхать и, короче, не перенапрягать себя в те дни, потому что мы не так спали, плюс гости постоянно, то мы, то к нам, и не было, короче, на это времени сил. Поэтому я сейчас не занималась, но планирую вернуться. Но завтра точно еще не планирую. Завтра еще хочу отдохнуть, потому что столько суматохи разное происходило. Еще немножко, если честно, подустала. Так что вот такие вот дела.
принципе, больше ничего не могу вам сказать. Но заходите, если вы занимаетесь, заходите обязательно под влог «Шпагат за 30 дней». Там есть ссылочка на приложение, вы можете сами заниматься. А я хочу икру. Бутерброды с икрой. Вот. Вы можете сами заниматься. Это, я думаю, для вас не будет проблема. Что еще я пыталась найти? Сосиски. Где ты спрятал сосиски? Там положил. А зачем ты их туда закинул? Не знаю. Ну, ты масло дал? Ты масло дал? Все. Друзья, мы уже будем ложиться спать. Но для того, чтобы ложиться спать, нам надо доходить. Потому что мы очень активны. Надо держать голову. Вот так серьезно смотреть. И быть серьезным. Ага. И не отводить взгляд от камеры? Да. Потому что это черная палочка, и она двигает своей головой. Это мамин третий глаз. Он к ней прирос. Третье очко. Да. Во. И мы будем спать. Поэтому, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. А поставить лайки вы забыли. Лайки. Дай лайки говори. Лайки скажи, дай палец. На колокольчик. Ну, папа, на колокольчик, короче, жмите. Вот, вот так. Подписаться жмите. Тоже внизу. Где-то там. А, и все, всем что? Всем пока-пока. Пока. Пока-пока. Давайте руку дам.